Так, добрый день, друзья, вы на канале Севастопол Лайф, и сегодня 28 февраля, один день до запуска Бельбекского водозабора. Мы находимся в устье реки Бельбек. Сегодня я снимаю исторические кадры. Мы смотрим, сколько воды сейчас в Бельбеке, смотрим на его сток и как изменится ситуация после водозабора, после того, как Бельбекский водозабор начнет работать и отбирать воду для нужд Севастополя. Ну, давайте пройдемся вдоль устья, туда, там, где река впадает в море. Ну, вот уже мы близко к устью. Уже есть сток. У меня есть кадры начала января-февраля, по-моему, я здесь снимал. Я их прицеплю сейчас с точным указанием даты, когда это было снято. И мы сейчас сравним. Но пока сток есть. Вот посмотрим, что будет после 1 числа. Так, ну вот такая интересная излучина. В устье реки Бельбек. И впадает она аж вон там вот. Вот. Так, я напомню, что это река Бельбек, сегодня 28 февраля 2021 года. Мы снимаем кадры до запуска Бельбекского водозабора, чтобы потом посмотреть, как изменится состояние реки Бельбек после запуска воды в город Севастополь. Спасибо. Всем до свидания. Вы на канале Севастопол Лайф.